Добрый день. Хочу рассказать вам о матрасах Sleep Line. Дело в том, что в интернете мало отзывов об этой торговой марке. Когда я выбирал матрас, я в первую очередь ориентировался на размеры кровати. Они у нас немножко нестандартные. По длине 195 сантиметров. Поэтому стандартные размеры не подходили и пришлось немножко сузить варианты. Естественно, есть много известных торговых марок, Armatec, Ascona. Выбирал из них, смотрел, может быть, где-то со скидками какими-то. Что в результате выбрал? Что из себя представляет данный матрас? Сверху латекс 2 см, под ним кокос 1 см, дальше спанбонд, дальше блок пружин, 1000 пружин на квадратный метр, точнее на спальное место, да, и 500 пружин на квадратный метр. Это достаточно высокие показатели. Потом снова спанбонд и кокос 3 см. То есть верхняя здесь сторона, она мягкая, так, ну, точнее средняя, а дальше снизу жесткая. Вот, здесь такой материал содержит немножко бамбука, но в основном, конечно, это полиэстер. Простеганный, и здесь тоже еще плотностью 300 грамм на квадратный метр. Слой тоже такой мягкий. Значит, и по торцу такая ткань, как ее называется, мебельная ткань, да? В принципе, матрас нас устраивает, он не имеет какого-то сильного запаха, то есть здесь нет вот этого дешевого поролона, который специально многие используют и называют всякими пенами и так далее. Вот какие, то есть он был упакован вот в такую пленочку. Цена данного матраса была 12 500, и я еще скидочку сделал 5% за счет дня рождения. И в подарок такая была простенькая подушечка маленького размера. Доставили достаточно быстро, меньше чем за неделю. Делают это все в Подольске. Вот. И производитель называется ООО ПК Димакс. То есть у них есть и матрасы под собственной торговой маркой Димакс, но они выпускают Sleepline для магазина Spim.ru. То есть это некий такой собственная торговая марка магазина Spim.ru. Вот, ну, в общем, какой-то ИПшник, который потом организовал ООО. Оборот у них примерно, вы можете посмотреть, это открытая информация в интернете, несколько там миллионов 40, что ли, за 2017 год. Ну, вот, что-то они там делают в Подольске. Вот, в принципе, что сразу обратил внимание, ну, немножечко здесь вот кривовато как-то сшито, вот видите, угол немножко здесь не прямоугольный, но, в принципе, я думаю, это не критично. Вот, очень такой комфортный матрас, детям покупался, понравился. Вот, здесь пружины, я не сказал, пружинный блок независимый. Сбоку есть ручки для переноски. Вот, давайте сфокусируемся, посмотрим на швы. Вот, ну, все-таки легкий, конечно, запах есть. Именно латекса. Вот, и здесь кокос немножко шуршит. Сейчас сложусь. Ой, ой. Вот, там достаточно комфортно лежит. Естественно, сразу я положил сюда простынку. Диван еще у нас в процессе производства. Точнее, кровать, куда будет лежать этот матрас. Значит, с другой стороны, там точно такая же поверхность, поэтому я его не буду переворачивать. Ну, достаточно, я бы сказал, тяжелый, потому что латекс все-таки тяжелый материал по сравнению с поролоном. Ну, сбоку здесь тоже, как я понял, какое-то уплотнение есть. Вот. Ну, еще раз скажу, как это называется марка. Sleepline Rossa S1000. Вот. Ну, гарантийный талон, гарантия 2 года. Вот, надеюсь, что он прослужит нам достаточно длительное время.
Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо.